Тема женского предпринимательства в последние несколько лет стала все более обсуждаемой. Представительницы прекрасной половины воплощают в жизнь амбициозные проекты и, что немаловажно, добиваются успеха. Это стало поводом для реализации на Брещине образовательно-информационного проекта, организаторами которого выступили представители благотворительного фонда The Coca-Cola Foundation, областной исполнительный комитет и общественное объединение «Отдых в деревне». Мы давно работаем на этой территории, организация с 2002 года, и знаем очень многих женщин, которые очень успешны в этой сфере. И мы думаем, что для женщин, особенно малообеспеченных женщин, которые живут в сельской местности, это прекрасные формы, ну, самозанятости, бизнеса и так далее. Они очень просты для того, чтобы начать. Не нужна никакая особая регистрация, и, ну, они очень востребованы. Обучающие семинары, бизнес-тренинги, вебинары, мастер-классы за время реализации проекта посетят более 500 женщин. После окончания цикла для 50 авторов успешных идей будет закуплено необходимое оборудование и расходные материалы, согласно бизнес-планам. Победители получат шанс воплотить проекты в жизнь и создать себе работу мечты, а при хорошем менеджменте развить дело до формата крупной компании. Брестский облисполком выступает партнером в данном проекте. Почему? Потому что развитие самозанятости, стимулирование трудовой занятости наших граждан, поддержка предпринимательской инициативы в числе приоритетных задач, которые сейчас стоят перед органами власти на местах. Конечно, государство уделяет внимание развитию самозанятости. Существует ряд государственных программ. Государственная программа о социальной защите и содействии занятости предполагает выдачу безналичных субсидий безработным гражданам, которые желают открыть свое собственное дело и заниматься предпринимательской, ремесленной деятельностью, деятельностью по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. Нас заинтересовал проект, так как проект будет направлен на поддержку женщин именно сельских территорий в развитии самозанятости. Брещина уже давно зарекомендовала себя как регион для бизнеса. Область занимает третье место в республике по количеству индивидуальных предпринимателей, что говорит об интересе к этому виду самозанятости. Здесь умеют сохранять традиции и народное творчество, то, на чем сегодня можно зарабатывать. Присоединиться к проекту могут все желающие женщины. Контакты и другую информацию можно найти на официальных сайтах организаторов.